Приветствую, друзья! Сепаратисты Карабаха будут обучать жителей огневой подготовке. Такая вот у нас новость. Цитирую. Каждый день азербайджанская сторона сталкивается с армянскими провокациями. Видимо, пора нанести еще один удар железного кулака. Баку постоянно предлагает армянской стороне перевернуть страницу былых конфликтов и идти к достижению мира. Но, как видим, армянам это не нужно. Начались ежедневные обстрелы, армянские провокации не прекращаются, терпению Баку приходит конец. Вопрос, что станет последней каплей? Живущих в сепаратистском Карабахе будут обучать огневой подготовке. Инициатива принадлежит секретарю Совета Безопасности самопровозглашенной так называемой Нагорно-Карабахской Республики Виталию Баласаняну. Пресс-служба несуществующего совбеза Нагорного Карабаха заявляет, что обучение пройдет в феврале-мае. Отмечается, что занятия по стрельбе будут направлены на усовершенствование военных знаний и навыков. Друзья, такие вот тревожные новости поступают из Карабаха. Но тревожные новости не для нас, а для них. Для все тех же сепаратистов из Ханкенди, для того же Баласаняна, для Арутюняна, да и для тебя, Пашинян. И не нужно с себя, Никол, снимать вину, будто бы ты не можешь контролировать происходящее в Карабахе, той части, которая находится якобы под защитой российских миротворцев. Было бы мудро со стороны Пашиняна арестовать Арутюняна и передать его Азербайджану на суд, как террориста и преступника. Ведь то, что может начаться в Ханкенди, а там реально может начаться бойня, может повлечь за собой огромные жертвы, и Пашинян будет считаться соучастником этого действа. Еще раз повторяю, все военизированные армянские группировки должны в срочном порядке покинуть азербайджанский Карабах.